Всем привет, меня зовут Александр, и мне уже давненько предлагают поиграть в игру Stranded Deep. Очень многие подписчики ее просили уже на протяжении довольно-таки длительного времени. Все-таки руки до нее наконец-то дошли. Давайте начинать новую игру, посмотрим, что она из себя представляет. По идее, она должна быть очень неплохой выживалочкой. Опа, мы в самолетике, прикольно. Это мне напоминает о Форесте, правда, у нас самолет явно первого класса. Смотрите, какие стрепанные брюки. Жескач. Эй! Мы что-то должны сделать или нет? Я сомневаюсь, что мы что-то можем сейчас сделать. Приводнились. У нас все здесь затапливает. Нам нужно выбираться. Нам нужно выбираться, 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 выбираться. Фу, нормально, нормально, нормально. Нужно добраться до спасательного плота на поверхности. А как мне туда добраться? Эй, бро! Где выход? Выход где-то здесь? Или нет? О, смотрите, пробито окно. Выбираемся, выбираемся. Интересно, а турбины уже все заглохли? Или они отвалились нафиг? Давай, давай, всплывай, всплывай, всплывай. Газета. Окей, и мы с вами на плоту. Все в тех же изодранных брюках. Кто тебя на такой самолет пустил? Соответственно, нажимаем C, чтобы открыть меню крафта. Окей, давай сделаем. Что мы умеем с тобой делать? Металлические предметы, палочки, веревочки, одежду всякую или ткань, точнее, кожа, нож и так далее и тому подобное. Поплыли сразу к этому острову, а там видно будет. Так, мне казалось, что здесь будет какое-то звуковое сопровождение, никаких звуков нету, как странно. Ну так, просто звук. И все. Ни музыки, ничего. У нас здесь с вами... Это что, так тяжело? Нужно на плечо обязательно класть? Ладно, нормально, давайте подберем палочку. Ну это типа брезент был, или что-то типа того. Крабик, привет, крабик. Ау! Мистер Крабс, это было чертовски невежливо с вашей стороны. Нам с вами нужно создать какой-нибудь металлический инструмент. Для этого... О, металлический, пардон, каменный инструмент, конечно же. Теперь мне предлагают сделать этот нож, но мне что-то на него не хватает. Видимо, не хватает мне веревочки вот такой. А делается она из листьев, скорее всего. Вот из этих листьев. Их можно как-то собрать? Или нет? Делается она, скорее всего, из листьев. О! Если долбить эти пальмовые маленькие деревья, то выпадают с них листочки. Вот здесь я еще такое видел. Понятненько. На самом деле первый раз играю, и реально ни у кого не смотрел, как в это дело играть. Так, может быть, мельком реально увидел, но специально не заострял свое внимание, чтобы себе не спойлерить, чтобы самому было интересно все это делать. Благодарю. Давайте быстренько крафтим с вами веревку. Теперь из этого крафтим с вами вот этот кинжал. Замечательно. И теперь нам предлагают построить костерочек. Костерочек построить. Давайте возьмем кинжал в руку. Где-то здесь были вот эти крабики, которые меня укусили. Крабики? Привет, мистер Крабс. Привет. Так, нажать Е, чтобы подобрать. Удерживать Е, чтобы содрать с него кожу. Это попахивает прямо Форестом. Отвратительно? Это прям реально как Форест. Вы это с Фореста украли, ребят? Камень, спасибо. Привет. Ау! Вот он, этот мистер Крабс, который меня атаковал, наверное. Давайте подберем его, пригодится. Еще один камушек. Мне как-то не очень хорошо стало, да? Наверное, нужно покушать или попить, или что-то типа того, чтобы восстановить здоровье. Какой-то островочек неважнецкий. Практически ничего нету, только мистер Крабса здесь ползают. Ну-ка, дай-ка сейчас соберем еще кожу. Или мясо, или чего там мы собираем. Можно, кстати, открыть, наверное, инвентарь и посмотреть, что у нас там есть. Да, у нас есть маленькое мясо, и у нас есть, собственно говоря, сам краб. Но, кстати, если не ошибаюсь, у крабов-то там мяса нету, в клешнях у них жидкость какая-то, и эту жидкость нужно сначала приготовить на огне, температурно обработать ее, тогда она превращается в мясо. Все, у нас с вами есть 4 палочки, можно сделать такой костерочек, устанавливаем сюда. Кстати, у меня рука такая обгоревшая, ты смотри, жескач какой. Хе-хе-хе, все правильно. И старым древним способом начинаем добывать огонь. Шикарно, шикарно, у нас с вами появился огонь. А теперь мы можем здесь, наверное, пожарить мясо какое-нибудь, да? Итак, у меня есть кусочек мяса. Соответственно, мы его выбираем. А как мне его пожарить? Мне его просто нужно туда кинуть, что ли? А, я понял, как его нужно жарить. Я понял, как нужно жарить мясо.
Черт побери. Ладно, пожарилось, давай заберем и съедим. Нормальная еда. Теперь. Не дожарилась, да? Чит у меня зеленый такой, я немножечко отравился, походу. Теперь мне предлагают скинуть кокос, взять нож и использовать. Оп. Подбираем, и теперь мы можем из него попить, да? Шикарно. Соответственно, это уже пустой, его можно выкинуть, да? Да, это пустой. Теперь нам нужно построить какое-то убежище, чтобы сохранить свой прогресс. Кстати, здесь еще кокосы. Прям невысоко, да? Окей, я тут что-то маленько увлекся, нарубил себе тут верхушек пальм, а на самом деле я вот так понимаю, что нужно их дальше разламывать. И тогда мы с вами получим то, что нам нужно. Да, вот эта штука. Получаем с вами вот эти пальмовые лапы. Делаем с вами еще одну веревочку. Но пока я не могу. Давай просто выкинем, потому что у меня карманы забиты, я все понял. И делаем с тобой убежище. Убежище мы с тобой поставим куда-нибудь вот сюда. Замечательно. Нажмите Е, чтобы взаимодействовать. Сохранить прогресс. И можно поспать. И подсказочки мне говорят, что все, ваше обучение закончено. Исследуйте дальше другие острова, чтобы продолжить выживать. А при помощи молота мы с вами сможем строить более продвинутые постройки. Ну давайте возьмем с собой кокосик. Оп. Я только что тут птичку видел. Вон, смотрите, чайки летают. Интересно, чаечку можно забить или нет? Я предлагаю сейчас быстренько пожарить мясца и отправляться на следующий остров, потому что как-то на этом острове ничего особо больше нету. Здесь, мне кажется, ловить больше нечего. Давайте разожжем костер. А разжечь не получилось. Походу, он полностью прогорел. И на какой мне остров отправляться? Здесь вообще карты? Есть ли что-то по типу карты, интересно? То, вау, погода портится. Начинается что-то типа бури. Ну что, я все равно предлагаю отправляться на следующий остров, потому что здесь как-то стало скучно. Удерживаем, чтобы взаимодействовать. На какой остров мы с вами поплывем? Видимость ухудшилась. Вау, прикольно, слушайте, какие волны. Молния, вау. Вот где-то там был, если не ошибаюсь, остров, поплыли в ту сторону. Прощай, островок, ты меня всему научил, я поплыл к следующему, потому что на тебе скучно. Это было жестко. Это было очень жестко, интересно. Я на нем перевернуться могу или нет? Давай, островочек совсем рядом. Давай, давай, греби, греби. Вот это как-то поинтереснее, не находите? Смотрите, какие деревья дикие, а? Огромные, прям похожи на какие-то хвойные деревья. Так, давай подплываем. Но здесь по-любому где-то должен быть остров, на котором будет живность, потому что... Давай, встаем, все. На котором будет живность, потому что здесь есть кожа, здесь есть изделия из кожи. Вон, смотрите. Вон какая-то живность. Ну-ка, секунду. Кокос. Не подбирается кокос. Это там свинка, походу, ходит. Мне кажется, это свинка. Немножко получше стало с жидкостью в организме. Делаем с вами костер, устанавливаем сюда. Теперь мы можем взаимодействовать. Отлично, это мы с вами сделали. Выбираем мясо. Нужно его скинуть, если я не ошибаюсь. И потом перетащить его в огонь. Ну-ка. А где мясо? Секундочку, оно вот туда улетело. Я видел, что что-то прилетело, но мне показалось, что меня заглючило. Вау. Жесть, а где еще один кусок мяса? Где еще один кусок мяса? Эй, вот оно, фига улетел. Я понял, так делать больше нельзя. Теперь нам нужны листья с этого дерева. Отлично, все разломали. Раз, два, три... 4. Готово. Солнце садится у нас там. Ух, красиво садится. Реально красиво садится, блин. Так, хватит любоваться. Нам нужно по-быстренькому делать убежище. Поставим его сюда. Сохранимся. Есть. И поспим. Фух, прикольно. Эй, а чё утро-то не началось? Давай еще спать. Я не могу спать так часто. Хорошо, я тебя понял. Давай тогда соберем наше мясо. Надеюсь, что оно уже пожарилось. И не пережарилось, да? Ну, вроде оно здесь не может пережариться, хотя, кстати, в форесте может. Так, все, едим. Отлично, давай посмотрим, что у нас с тобой. Здоровье сильно просело, у нас с тобой... Нам пить хочется, нам пить с тобой хочется, вот что нам хочется. Давай-ка удерживаем. Полезли на пальму, поищем, там, может быть, кокосы есть. Вижу, раз кокос, больше кокосов нет.
А вот это вот, ребят, смотрите, это случайно не сборщик росы. Здесь мне нужны камушки. Мне одного камня не хватает. И нужна веревочка одна. Ну-ка, секундочку, давайте быстро сделаем. Да, это действительно сборщик росы. Роса собирается, он потихонечку у нас начинается утро. Я тут маленько косякнул и поставил его прямо на костер, так что придется сделать новый костерочек. Все, вроде мы с вами отпились, немножечко отъелись. У нас все в порядке, должны восстанавливаться даже жизни потихонечку. Развел костер. Вот здесь у нас с вами будет вода. Но прямо сейчас непонятно, как ее оттуда забрать. Нам нужна, я так понимаю, прялка, чтобы сделать ткань из обычных вот этих вот листьев, из обычного волокна. А как мне сделать прялку? Секунду. Вот у нас прялка делается из... сколько? 6 палочек и 4 веревки. Слушайте, да тут много всего нужно делать. И у нас с вами второй день. Давайте, наверное, на этом завершим этот выпуск, но я предлагаю сделать еще одну вещь. Сделать еще одну вещь, попробовать. Где этот кабан? Кабан, стой! Стой! Черт, я уперся в дерево. Да стой же ты, тебе говорят. Где он? Ты посмотри, как он чуркий. Ух! Я камушек увидел. Во-во-во-во-во, камешек мне нужен был. Так, теперь при помощи камня мы с вами делаем лезвие. Теперь из лезвия нам не хватает веревки. Делаем веревку, не хватает. Опять не хватает, всего не хватает. Собираем с вами волокно. Теперь делаем с вами веревку. И делаем с вами все-таки нож. Вот сюда, размести его. Подберем. Подобрали. Хорошо, выбираем нож. Кабан. Металлические листы, прикиньте. Вау, классно. На этом берегу даже металлические листы есть. Я тебя смогу догнать? Или мне все-таки лук какой-то нужен? Ну-ка. Стой. Ну-ка, стой. Стойте, говорят. Ты посмотри на эту заразу. Быстро. Итак, побегав за кабаном пару минут, я понял, что наша еда — это крабы. Крабы — это наша диета, ребят. Итак, я понял, что игрушка очень хорошо проработана, игрушка очень интересная, очень красивая графика. Я так понимаю, что игрушку постоянно улучшают. Игрушка действительно оказывается очень-очень прикольная. Нужно было, может быть, давно начать, хотя раньше там, может быть, и не было того контента, который есть сейчас. А пока что мы будем с вами прогрессировать, может быть, разработчики выпустят что-то еще. Так что на этом давайте этот выпуск завершать. Я надеюсь, что он вам понравился. Если так, пожалуйста, ставьте лайки. В следующем выпуске продолжим. Попытаемся сделать себе первое оружие. Мы, кстати, можем сделать себе хотя бы копье. Кстати, я, наверное, кабана мог бы зарубить при помощи копья. Ха-ха, это было бы гораздо лучше. Да, вот таким образом, точно. Испробуем мы это с вами в следующем выпуске. Если вам понравилось, пожалуйста, ставьте лайки. Не забывайте подписываться, нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Надеюсь, увижу вас в следующем выпуске.